Огромные очереди, душное помещение и сотни клещей в банках, контейнерах и скотче. Принесли их в том, что под руку попалось, рассказывают красноярцы. Такой ажиотаж на Сопочной уже второй день. Жаркие выходные дали о себе знать. Ирина, например, поймала паразита на даче на Рябинина. Рассказывает, за всю жизнь клещ кусал только два раза. Мы вообще в течение каждые полчаса осматриваемся, есть всякие спреи, но все равно может произойти. Мы страхуем всю семью каждый год. У нас потому, что на даче очень много клещей, и, в общем, лучше застраховаться. Ну, иногда вот пригождается, чтобы не платить больше. А вот пенсионерке Полине Маханцевой не повезло. Страховки у нее нет. Говорит, не дают, а значит, платить ей придется по полной. В госстрахе нам сказали, мы страхуем до 75 лет, не побольше. Вы представляете, вот это как? Вот это как может существовать у нас? Ну, мы же живые люди. Ну, говорят, на все анализы 1700 здесь, потом гамма-глобулин, а если лечение, ну, тоже платное тоже. Во что это выливается? Если страховка, бесплатно лечение. Какая страховка? Ну, нет у меня страховки. Специалисты лаборатории рассказывают, люди идут с самого утра. Кто-то приносит сразу по несколько клещей. Вот я пока сижу, сейчас я пересчитаю. 21. Это со скольки утра? 21 образец. С 8 часов утра. Ну и там у меня коллеги еще сидят двое. То есть, может быть, они еще более приняли. То есть, ну, считайте, наверное, около 100. Специалисты говорят, сейчас пик сезона. Численность клещей возросла в 60 раз. Только за последнюю неделю в городские пункты приема обратились около 700 человек. Если при нормативе клещи должны находиться где-то 0,5 на квадратный километр, то на сегодняшний день численность клещей составляет на наших контрольных маршрутах от 22 до 33. То есть мы говорим о том, что сейчас вероятность встречи с клещами сейчас очень большая. На сегодняшний день из числа исследованных клещей боррелиозом пораженность составляет 25% клещей, а клещевым энцефалитом около единицы. В ведомстве напоминают, самые опасные участки – это Ветлужанка, Академгородок, Гремячая Грива, Удачный, Столбы и остров Татышев. И если вас укусил клещ, нужно сразу обратиться в травмпункт и сдать паразита на анализ. Еще раз напомню адреса пунктов приема. Улица Сопочная, 38, улица 26 Бакинских комиссаров, 29 и улица Ленина, 168. Анна Кузьмина, Сергей Малафеев, Евгений Иванов, Новости ТВК.